Никаких. Привет всем. Можно я буду вот с такой вот фигней? Вот. Хочу позагореть. Всем привет. Привет всем. Как у вас дела? Я хочу поменять свой контент. Вот. Надеюсь, что меня мамочки поймут. Хотя вряд ли. Мне кажется, меня камнями закидают за мой контент. Шок-контент. Привет всем. Задавайте интересующие вас вопросы, пока я иду. Я набегала здесь. Вот с таким пакетом уже не побегаешь. Самое главное, что я сделала уже 3 дела с утра. И я очень рада. У меня какой-то внутри непонятное такое вжух волнами состояние. Вот. Наверное, я возвращаюсь в себя, наверное. В ту Сашу, которая должна быть. Никаких больше вечеринок, как говорится. Так, здравствуйте. Так, привет, Орск. Орчане, я соскучилась по Орску. Если честно, была бы у меня возможность, я бы обязательно слетала бы в Орск с дочкой, с сестрой. Вот. Ари дома ждет меня дома. Вот. С Витей вместе. Я не хочу отвечать на эти вопросы. Эти вопросы не должны здесь присутствовать. Потому что вот так вот, короче, не буду отвечать. Ну, скажу так, еще вчера, наверное, да, мы были вместе, а сейчас непонятно, короче. Ну нет, наверное, нет. Наверное, уже ничего не вернуться, мы будем просто друзьями. Просто друзьями. Вот, что еще? Что еще? Ты беременна? Нет, я не беременна. Да, я беременна и занимаюсь спортом, бегу. Смотрите, я вся мокрая, у меня все висит на мне. Привет, Зорска, мы тебя любим. Спасибо большое, Арсений. Я вас тоже очень-очень сильно люблю. Очень-очень сильно. Вот. А так вообще, на самом деле, я не знаю, шокирует ли вас мой контент или нет, непонятно, короче, будет, но новые фотографии. БДСМ. Не буду, короче, чекать. Ты проходишь рядом с своим домом. Прикольно. Я прохожу на своем любимом районе. Блять, я люблю этот район. Я живу здесь уже 1,5 года, и я обожаю здесь жить, и я буду стремиться только к лучшему. Куда идешь? Иду домой. Занималась с утра делами, пробежки. Решила так, сделать 2 в 1. Пробежаться и до почты, получить посылку, пробежаться до ателье, забрать свою одежду, которую отдавала еще месяц назад, она уже там месяц лежит. Вот, скоро у меня дела, потом я пойду устраиваться на работу. Вот, я начинаю жить по-другому. Умничка, спасибо большое, спасибо. Но, пожалуйста, я вас очень прошу, сможешь ли ты быть моим тренером? Почему бы и нет, я попробую, да. Пиши мне в директ. В оптике. А я не помню, где я была. Здесь была, где Чертанова. Где СДЭК. Вот. А я... Что я говорила? У меня уже мысли так разлетаются, потому что пробежала. В общем, сделала 2 дела в 1. Пробежала до туда. Иду, прогуливаюсь, потому что уже с таким тяжелым пакетом не побегаешь. Вот. А что еще хотел сказать? Кстати, так как я возвращаюсь к тренировкам, я хочу, чтобы вы тоже мотивировались и тренировались вместе со мной. Вот. Хочу вас замотивировать. Хочу, чтобы вы выглядели прекрасно. Ты куришь? Я курю Айкос, и то очень редко. Да, не спорю, были моменты, где я недавно курил сишки, но это все у меня отвратительные моменты были в плане
моих вредных привычек. А Шароваров. Шароваров сейчас должен после работы спать, наверное. Вот. А потом у него будут дела какие-то. Ну, по работе. Еще что еще знаю? Еще что-нибудь рассказать? Просто, ну... Короче, давайте по поводу Вити вопросов не задавайте пока, потому что подвешенное состояние. Вот. Вот так. Потом что? А, куда идешь устраиваться? Устраиваться только ресторан, наверное. Посмотрим. У меня есть собеседование. Парочку. Вот. Решила работать, решила развиваться, решила, что новые знакомства мне не помешают. И поэтому... Поэтому я буду стараться. В первую очередь ради себя и своего ребенка. Здравствуйте. Вот такие вот дела. Так что вот так. Захожу домой. У меня сейчас оборвется связь, но если вы будете еще на связи, или, возможно, я еще зайду в прямой. Я вас всех люблю, спасибо, что вы меня поддержите. Надеюсь, за мой контент вы меня не порвете.